С наступлением резких холодов жители области стали сталкиваться с проблемами в сфере газа и электроснабжения. О низком давлении, а то и полном отсутствии в некоторых местах природного газа. Регулярных перебоях с электричеством можно услышать отовсюду в повседневной жизни и прочитать в социальных сетях. Это говорит о том, что сегодняшние проблемы населения из-за плохой подготовки к сезону со стороны сотрудников предприятий газовых и электрических сетей. Именно с этой темы началось собрание в Хакимиате области. Хотя и было в свое время отрапортовано со стороны представителей двух сетей о полной готовности к осенне-зимнему сезону, можно видеть обратное, сказал Хоким области. Работа предприятий газа и электроснабжения признана неудовлетворительной, и руководителям даны предупреждения. Он к нам болганды. Нега бу махаллага бормады, бир сиёсат қилиб сўраш керак. Жойлардаги сектор раҳбарлари буни ичига кириш керак. Қабатли уйларга газ берилмаётганлиги бу ўша секторда, ўша жойдаги ҳокимнинг юзи бу. Ана ҳозир ёзяпти, бизда газимиз йўқ деди, шаҳарда ёзяпти. Ана нимага шаҳарда секторда бошиқлар қаяқ қараяпти? Шунинг учун газ билан газ идорасига бориб, ўтириб ичига киришимиз керак. Ёрдам беришимиз керак. Газ обкрутили, бахрган блин, газ кемей, хаммага айтып кой. Кидаги масалаларды муваффиқлаштырып, оша адамларга 1 миллиарда газ обкрутили беришин таминлашимиз керек. А көп жойда насос койуп болган, мисол үчүн. Яки болмаса, мана ахак заводлары борлар, оғурлап ахак пишириётган деп. Мана телевидениядан көрсөтүптү көп жойларда. Электр энергия ham худду шундай. Электр энергияда мана чеклашлар жуда кам болуяпты. Lekin joylarda 5 soat, 6 soatlab svet o'chish holatlari bor. Borib ko'rsak, shuning 90% markazlashgan emas. O'sha joydagi transformatorni portlab ketgani, o'sha joydagi montyorda yoki oddiy elektr tarmoqlar korxonasining mas'ul xodimlarining aybi bilan bo'lyapti. Shuning uchun bular ham qo'liga qalam olib, o'rinbosarni jo'natib, ro'yxatini bergan nechta transformator kelgan tumanga. Birinchi navbat Шулар ҳаммаси уланган. Ҳозир бизга қат ёзяпти, 3 ой бўлди трансформаторга яъни ҳали улаб берган йўқ. Бориб кўрсак, ҳақиқатан 3 ойдан бери улаб бермаган. Икинчидан, қани қайерларда свет ўчди? Ҳар куни ўша ҳокимнинг қўлида, секторда раҳбарнинг қўлида, сектори бўйича, ҳокимнинг қўлида тумани бўйича қайси трансформаторда свет ўчди? Нега ўчди? Ҳар куни шу нарсани бориб хизмат суриштириб ўтказса бўлади. Эртага масъулият ошади ўша монтёрда. Қўшимча имконият йўқ бўладиган бўлса, боридан фойдаланишимиз керак-ку. Шаҳарда ҳам шунақа ҳолатлар жуда кўп. Телефон қилади, текширсак 110 дан ўчирмайди, бориб трансформатордан келиб чиқади. А трансформатор нега бунақа? А ёзи билан юрдик-ку. Куз қишга тайёргарлик кўрдик деб туриб, моҳини алмаштирдик дедик, бошқа нарсасини қилдик дедик. Борсак оддий бир оддий замикания билан турибди трансформатор. Бошида туриб тўғри мувофиқлаштирилмаганлигидан кўп масалалар бўляпти. Оша газ идорасини, электр тармоқлар идорасини масъулиятсизлиги оша жойга беэтибор билан қаралганлиги. Шунинг учун ана шу Умаров сиз ҳам жойлардаги ҳокимлар, сектор раҳбарлари бу масалага бир жиддий эътибор билан қараш керак. Далее поочередно рассмотрены основные вопросы повестки дня. Рабочая группа областного хакимиата провела анализ проведенной работы в Пахтачийском, Катакурганском и Акдаринском районах по ведению женских тетрадей. Мониторинг выявил следующее. Проблемы женщин полностью не изучены и адресный список не сформирован, хотя работа по переписи в Пахтачийском районе полностью завершена. Так, например, из 7399 женщин во втором секторе только у 67 имеются проблемы. Отмечалось, что за последние два месяца на телеграм Хоким области поступило более 100 жалоб от женщин района, 18 из которых со второго сектора. В результате этого можно определить, что руководители секторов не делают серьезных выводов в этой сфере или не принимают окончательного решения, считая, что данная работа так и останется только на бумаге. В Катакурганском районе еще не внедрен порядок внесения женской тетради в электронную базу данных. Несмотря на то, что сообщалось о наличии 2601 проблемы в первом секторе района, в анкетах указано лишь 355.
Любой, кто знаком с этими цифрами, задается вопросом, настолько ли безразличны районные власти к вопросам здоровья женщин, финансовой помощи, занятости и жилья. Глава областной администрации отметил, что ныне ситуация в остальных районах не лучше. Подчеркнута необходимость организации системной работы руководителей секторов с коммерческими банками, пенсионными, коммунальными и другими соответствующими организациями. Хохим области поручил представителям хокимятов наладить работу совместно со всеми должностными лицами в решении вышеуказанных проблем и создать систему контроля за исполнением.